Здравствуйте, друзья. У нас с Ириной Мамсын из Сан-Диего блогером была запись такая. Ну, все время, знаете, вопросы там задают, там, а вот, говорит, курсы, там, эзотерика, там, что-нибудь эзотерическое, расскажите, покажите. Некоторые очень фанатично меня трясут. Я просто понимаю, что эта тема, как бы, немножко конфликтная, потому что массу народу, они от этого всего так как-то нервничают. Поэтому я думаю, ну я у себя не буду такого ничего вывешивать. А Ирине это, пожалуйста, у нее там женщин много, они там эмоциональные. И вот как бы им, значит, может быть, будет это интереснее. Поэтому я что хочу сказать, мы записали небольшую медитацию с Ириной. Вы при этом должны понимать, что все-таки мы пишем на камеру, да, и как бы мы публику развлекаем, то есть мы духаримся по-своему, не то, что мы так по-серьезному уже прям, знаешь, какой-то урок, но я показываю там очень такую эффективную медитацию, я сам все время пользуюсь, вот, когда особенно в класс идешь, там много народу, по-хорошему надо было бы и когда видео снимаешь тоже делать, но так как-то все это на ходу, и там, в общем, иногда забываешь, иногда не забываешь, но, в общем, всякий раз, когда с внешним миром общаешься, вот неплохо сделать такую медитацию, поставить себя в определенное такое состояние хорошее, светлое. И вот мы эту медитацию записали, называется «Поставить я на место», то место, где ему положено находиться, вот этому вашему «я», моему, вашему, нашему. Поэтому, если кто-то интересуется, вы, значит, отправляйтесь на канал к Ирине. Я ссылку дам в описании к этому видео. У нас я ничего такого, значит, не хочу помещать, потому что мы по каким-то правилам работаем. Вот мы тут, значит, медитации не помещаем, матом ругаться у нас нельзя, и вообще много чего нельзя. Поэтому вот это как бы одно из таких табу, которые я у себя тут придерживаю. Надо сказать, что при всем при том, что у Ирины на канале, я замечал, там есть какое-то количество таких троллей, я не знаю, негативных, которые сругнутся на нее, там, и еще что-то. В данном случае, я смотрю, пока никто даже не ругался особо, хотя не то, чтобы там, допустим, было вообще много комментариев, ну сколько-то там есть, может быть, там 2,5 десятка есть. Вот никто не ругался, все так наоборот, даже как-то очень доброжелательно отнеслись. Это очень странно для меня, потому что я знаю, что у нас на канале, как только разговор о чем-то таком зайдет, сразу какие-то люди отписываются, говорят, они возмущенные, это уже все. И, а там как-то они так спокойнее и даже как-то по-светлому. Некоторые говорят, что им нравится делать эту медитацию. Поэтому, видишь, как бывает. Значит, может и вам понравится. Поэтому все, кто интересовался, вот я отсылаю туда. Можете посмотреть. Но просто имейте в виду, что мы все-таки духаримся, и мы все-таки прикалываемся. И, в общем-то, как-то это сделано с целью повеселить публику, в общем-то. Хотя все по-серьезному, безусловно, все по-серьезному. Счастливо!